То есть это как будто мои родители. Типа я вот плащ, король, типа. Ах ты ж скотинка такая. Это, ребята, я о котике своем любимом. В кавычках. Ого, он прыгает на двери, блин, я... Меня аж это... Аж дернуло, блин. Вот же ж тварь. Блин, если же я выйду, ребята, и котику не понравится, если я выйду, дай мне поиграть спокойно, скотина. Забавная поза. Никаких ни нычек, нифига нет. Представляете, сколько эта штука кислорода вырабатывает? Плывем, плывем, плывем. Зато у нас здесь везде, по идее, темнота. И та хрень нас не должна кусать. Уже, по-видимому, можно всплывать. По-моему, я узнаю эти места. Блин, тут можно было просто в воду, наверное, прыгнуть. Интересно, в этом подводном царстве были ли какие-то секреты? Или не было, чтобы я мог куда-то в сторонку так отплыть и что-нибудь открыть, исследовать. Не хочу я туда, хочу вон туда. Сейчас он прям внезапно где-то его назад должно переклинить. А да, я вижу, там уже эти самые. Не дадут они мне ничего сделать. Вот прям ему скучно стало, блин. Весь день с ним вдвоем пробыл, с этим кошарой. Вот прям он хочет ко мне. Да, блин, не ори. Так, ладненько. Мне тут, блин, исследование приколопался ко мне. А ну в воду, помогите. Что это такое? Разбитые корабли. Ага, можно пойти туда, но там-то зло... Так, сохранение. Там-то злобная хрень нас покоцает. Угу. Можно пойти туда, можно туда не идти. Какие у меня варианты? Или эти корабли мне не дадут выйти? Или есть вариант выйти? Хотела, хочется же все исследовать. Да блин, пошли вон. О боже, кошара прыгает на двери. Блин, котик, я не хочу делать паузы. Если я выйду, то дам тебе по жопе, блин. Так, тут есть вариант туда пойти и сюда. Я не знаю, ну давайте исследуем это место, потом вернемся назад. Да, чисто ради интереса глянем, что там. А тут, если по берегу бежать, оно меня укусит за жопку или нет? Та летающая эта вражина, нет? То есть на что рассчитывали разработчики? Что люди не будут так дотошно все исследовать, как я.
Там, по идее, медузы должны быть или еще что-то. Они не должны мне дать уплыть отсюда. Я-то особо и не хочу. Вот кошара, блин, долбаная. Не, реально им ласки захотелось под вечер. Просто не хочется делать паузу, потом, блин, ищи то место, где я нажал паузу, потом его вырезай. Ну, это он бросается на дверь, потому что слышит меня. Думает, что там за чел сам с собой разговаривает? Хозяин, а не шизанулся ли ты? Они такие думали, что сюда никто не придет, но в эту игру играет Николай, у которого манечка все исследовать. Давай зажигайся, и все зажигать. И все ящики разбивать, это у меня еще со времен Diablo 1. Должен все исследовать. Хе-хо-ху. Текс. Отлично. То есть кувырками он передвигается быстрее, чем ходьбой. Что я тебя не боюсь, блин? Тебя не боюсь. Иди сюда, блин. Так, есть вариант сюда зайти, и там еще дальше был проход, но я не знаю, куда мне надо точно. А, отсюда я вышел. Тут я нырнул и... Ага, я понял. А помните, там какое-то место было, где я сказал, что я сюда рано пришел? Я смогу к нему выйти сейчас или нет? Тут снова все погасло, что так? А ну-ка, огонька. Блин, он не кричит, что-то поломалась кричалка. Так, я явно не на том пути, потому что там был выход к очередному такому вентилятору, там с моря был выход. Но у Николая, блин, если бы можно было просто телепортироваться в нужное место, вы еще скажите, что он тут не выйдет. Вот прикол. То есть реально не выйдет? Хе-хе-хе-хе. А нет, выйдет. Странно это все. Так, ребята, напомните мне, где там было такое странное место, на которое... А, неужели там еще... Ё-моё. А там все еще нет освещения. Ну, точнее, не освещения, а темноты там все еще нет. Ага. То есть, как ни крути, а туда идти все еще рано. Тут бы кого-то кабана натравить сюда. Вот отстой. Ладно, ладно, блин. Ладно, ладно, блин. Сейчас все сделаем. Ляп-ляп-ляп-ляп. Он босс или у него есть какая-то обувь? А ну-ка. Как будто боссы. Так, поменять бы ему эту одежку. Нельзя ее тут никак поменять. Нет, не появилось. Игрушки. Вращать. Эмблемы. Не знаю, что за эмблемы, если честно. Принять. Принял. Колыбельная. А, понятно. Скважина. Непонятно. Ну, это типа я. О, тут есть галерея, нифига себе. Нифига себе. Это типа я не открыл, или что, не черно-белый? Понятно. Колыбельную слушать не будем. Давайте, с каким я бегал? С этим костюмом?
Или с этим. Какой был первый костюм у парня? Черт, пусть будет этот. Тикс. Ладно, ладно, придется все делать так, как хотят разрабы. Не дают мне разгуляться. О, думаю, куда ты, Николай, да? Куда ты пошел? Да блин, ну цепляйся. Ну за краешек, ёкала меня, как-нибудь, я тебя прошу. Ура! Не знаю, что это, но... Птичка! Играя, я все еще начинаю ныть о том мониторе. Играл бы я на старом мониторе, сразу бы заметил. Но на этом все такое бледное. А че я этого прохода? Я не понял. Че я этот проход раньше не увидел? Странно. Понятно, я не мог его увидеть. Вопросов нет. Вообще, удивительно, что я заметил то место. Ну, не зря сюда сходил. Повторяется ситуация с тем моим предыдущим прыжком. Так, тут надо нырнуть. Кого-чего? Недолет. Так, ну что ж, придется идти туда, куда хотят разработчики. А я, кстати, туда ходил? А, ну да, ходил. Я туда пришел. Ладно, здесь у нас темнота. Ого, какой у меня мальчик стал. Смотрите, как стена серой. Извините. Прикол. Да, духи. У-у-у-у. Ладно, идем туда, куда хотят от нас разработчики. Удивительная вещь, на что я трачу свое время? Еще игры должны быть разными. Эх, пришел. Так, вон туда они хотят. Тут же достаточно светло. Левый shift. А так, значит, нельзя, только через левый shift. Ладно, ладно. Хотя, учитывая его способности к скалолазанию, чья не высота тут? Как приспеция по стене. Капелька прям в экран ударилась. Это голубенькая клякса. Понятно, больше ничего здесь нет. Ну как же не зажечь эту штуку? Поклоняются они этой птице. О, блин, я вам дам. Тут есть несколько вариантов. Переться наверх или вниз. А внизу там интересно или нет? Зря я сюда поднялся или не зря? Вон там прикольный будет спуск такой. Шпекс. И все. Правильно, надо все зажечь, а то тут страшно и темно. Что он газом дышит? Что он так разгорается? Не понял.
Вот блин. Вот щит побери. Так, сейчас я усядусь поудобней для такого ответственного забега. Ладно, побежали, побежали, побежали. Это типа нычка? Вот это типа. Да нихера не нычка. Да ты пи-пи. Да блин, беги, Лола. Щит побери. Да беги, какого хера тебе какой-то камешек остановил? Ребята, я начинаю нервничать, когда оно меня не слушает, это чудо. Да тютя, тютя, гав-гав, где ты? Тебя, значит, то чмо не пытается сожрать, в отличие от меня. Ничего, сейчас мы тут темноту сделаем, и я спокойно тут погуляю. Так, куда? Туда? Ох, ё-моё, ну побежали. Да я даже голову не могу поднять, тут такая, блин, заскриптованная. Ох, кавабанга, фигня. Опа, кувырок, все как... Все как положено. Ха, я сказал. И туда можно, и сюда можно. А зачем это место? Вот зачем? Вот зачем они его сделали? Мне вот непонятно, вот почему сюда нельзя попасть с той стороны. Будем считать, что все поломалось. Так, тютя со мной. Я назову тебя Фокси. Просто Фокси. О-о-о. Кстати, знакомое место. Я, по-моему, где-то с той стороны сюда приходил. Черт, ну ладно, допустим, я разбегусь, прыгну. И что дальше делать? Тупо прыгать? Пока та хрень за мной гонится? Ну ладно. А может, оно огня боится? Я вот буду эти штуки зажигать, и оно не будет меня грызть. Оно и так что-то меня не пытается тут съесть. Что, блин, странно. Что, куда, блин? Shift? Еще раз shift? Гениально. А оно меня не видит. А оно меня не видит. Куда, 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 куда там бежать? Сразу же надо путь. Жалко, что здесь нет картины. Как он меня раздирает и все кишки вырывает с него. Да ну нахер. Да ну нахер, куда-то не туда. Что говорит мое чутье? Чутье говорит, что куда-то я не туда там пошел. Ты глянь, не может. А наверх, значит, может. И тут не может. Или может. Странно, там я вижу ступеньку налево. Но в то же время можно направо. Давай что... Блять. Фу, 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 фу. Спокойно, спокойно. Как он не убился, это реально повезло. Да я путаюсь с этим шифтом и вот это посмотреть в сторону. Ну, типа, чтобы прыгнуть противоположную от его взгляда в сторону. Типа вправо в моем случае было. Я что-то нажимаю в этот момент shift. Я не знаю, с чем это связано. Да, вот, вот вправо. Вот посмотри. А, то есть пока он не остановится, он не смотрит. Ах ты ж. Так, ну что, тут бежим или мы все еще в тени? Тут типа тень. Да я найду выход. Вот, блин. И чё ты не идешь меня жрать? Неужели туда направо?
Ладно. Что там внизу? А, статуя. Сейчас мы сделаем темноту. Сейчас. Мой юный Крофт. И чё? И тебя не боюсь вообще. Вообще тебя не боюсь. Блин, да ну, герой, ты чё? Ту-ту-ту-ту-ту-ту-ту-ту-ту. Неужели это наведение не могло навестись на нужный момент? Блин, прыгнула вправо вместо вот этого. Вариантов сколько, да? А вот тут я в тени, не? Блин, не в тени. То есть надо не тень, а навес. Ну ладно, ладно, я сейчас зайду в это здание, и все, торба тебе. Готовься. Тут чисто пока не решишь загадку, не выйдешь. И я ее решу. Блин. Снова с тенями. Корабль, да? Или что это такое? Тут можно что-то поворачивать. Эй. И настала, блин, ночь. У нас. И настала, блин, ночь. А ну. Что ты хукаешь, блин? Ори давай. Вот козлина. Тут, конечно же, у него он не сможет запрыгнуть. Это, блин. Гадалки не ходи. Бляха-муха, ты чё? Мудак. Ну и стой там. Ну, это ж чмо. Там хитрые ступеньки, а? Что вы хотите от Николая, я не пойму. А до половины что надо, чтобы оно это самое... То есть ты, наглая рожа, стал там. И то есть ты мне намекаешь, что хрен ты, Николай, тут пройдешь, потому что я тут стою, да? Закрыто. Открыто. Открыто, но ведь высоты прыжка этого чичика не хватает. Гениальная идея, короче. Будем там где-то чмо кувыркаться. Как вам мысль? Гениальная. Гениальная. Сейчас я там покувыркаю. Сейчас, подлюка. Сейчас. Ты там хоть ори, хоть не ори. Йота, копа, как ниндзя, лайк про. Это коп! А, бабаку тебе. Что еще за шар? Так,
Допустим, я включил эту штуку и... Вау, мне прям так намного легче стало. Что? Блин, поломалась. Поломалась, тятька. Фиг пойми, что они от меня хотят, но... Задача решаемая. Все, пока чмо. Курица, блин. Сюда офигеть как круто, только куда бежать-то? Да блин, ты еще убейся. Взял сюда, залез. С этим управлением тут надо очень аккуратно. Так, 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 так. Я на кораблике, и птичка синичка за мной гонится, окей. Тут он у меня наводится или нет? Кусь-кусь мне сделать. Не наводится. О, кошара, кстати, что я вспомнил? Кошара-то заткнулся. Ха. Ха. Не дождался любви от папки. Любви и ласки. Можно здесь ходить, можно там ходить. Блин. Да хер тебе, блин. А, то есть ты все эти штуки поломаешь и будешь орать, да? Да-да-да-да-да-да. Что? Сквозь текстуру? Так, ладно, сейчас будем разбираться. Круто. Ладно, ладно, блин. Ладно, ладно, ладно. Я прям like a pro. Угу, там он отличающийся этот камень. Типа будет, ну не камень, а доски будут коцаться. Что тут еще за хрень? Это что, ловушка или что это такое? Нет, это сетка, по которой он может спокойно лазить. Камера почему-то сошла с ума. Ну, блин, камера, чё? Блин. Какая мерзкая эта птичка, а? Что они хотят? Я бы хотел тут камень двинуть. Да вверх подымайся, о, господи, управление, алло, ну поднимите его вверх, этого героя. Сейчас все должно разломаться. Давай, иди тут, чему, что он не нападает. Отлично. Спасибо, что открыл. Да фиг тебе, блин. Сейчас как вытащу эту фигню, как навоняю. Ну, в смысле, я имел в виду. Надымлю. Так, 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 так. И куда теперь? Что говорит мой мозг? Мой мозг говорит, что юзать эту штуку надо дальше. Прыгай, блин. Вот цепляется он так выборочно, избирательно. Мне это не нравится. Что там такое? Да.
Фиг ты мне что сделаешь? Ты ж слепой, блин. Так. О, чё? Прыжок веры. Да блин, ну чуть-чуть ты, блин. Ой, оно слеповатое. Туповатое. Давай. Сейчас так хрень как заорёт, как заорёт. А вот и все, удар молнии тебя ждет. Сейчас мой герой упадет, к сожалению. Нет, не упал. Ну что? Третий удар, и где-то здесь будет сохранение. Хорош, его убило нахер, нет? Блин, не убило. Ну, три раза я его долбанул. Очень печально, что оно выжило. Очень я прям расстроен. Зато можно ходить теперь где угодно.